Я слышал, сюда направляется вертолет для спасения выживших в госпитале Мёрти. Ладно, держитесь подальше от машин. Упс. Ну да ебанько. Ну а чё, это было не так плохо? Снимите! Снимите его с меня! Эй, смотрите сюда, тут же сейф-рум! Ой, нам кранты! Ребят, вы это слышали? Чего? Какого? Фу, чёрт! Нет! Беги! Фрэнсис, отойди от неё! Но она такая клёвая! Черт, я извиняюсь! Снимите! Снимите его! Да ну на! Ладно, ребята, единственный способ выжить — это держаться вместе, так что... Мои друзья зовут меня Тренером! Тренер! Черт возьми. Ладно, сейф-рум всего в нескольких комнатах отсюда. Когда двери откроются, просто бегите сломя голову, и все будет хорошо. По рукам, только тогда я достану мой Desert Eagle. Отлично! Кирлайн! Отлично, теперь все заходим! Это самая страшная хуйня, какую я только видел в своей жизни. Эй, зацените! Лазерный прицел! Может, заткнетесь, а? Я пытаюсь подрочить... Что он сказал? Он сказал, что хочет старые добрые колы! Что? Нафига? Он взорвет грузовик и освободит путь! Я бы предложил просто в обход пойти, но фиг с ним. Футбол! Есть! Эй, придурок, у нас твоя кола. Хочешь, чтобы я в ящик ее бросил или что? Да черт возьми, просто свали отсюда. Ладно, народ, идем в обход. Торговый центр. Как оригинально. Мы можем взять машину и уехать красиво. В ней нет бензина, дебил. Ага, но вокруг полно канистр с бензином, как раз на подобный случай. А, ну тогда все просто. Это должно быть тот мужик, что весь день дрочил. О, детка, я приходил сюда в детстве. Смотри, Элис, это Киддилэнд. Я что, по-твоему, идиот полный? Интересно, а эти штуки для чего? Беру таблетки. Беру блевотину. Беру героин. В смысле адреналин. Ха, интересно, почему они назвали это жуткий ливень? Блин, детка, да там целых три ведьмы. Ой, да ничего. Те 5 зарядов, что мы выпустили 5 минут назад, уже дали мне понять, что нам полный... Эй, смотри, еще одна бежит. Слава богу, скоро все закончится. Ага, похоже, эти самолеты прилетели нас спасти. Смотрите, они скидывают нам подарки. Почему они взрываются? Надеюсь, мне достанется футбол.